Девушка, девушка, извините, вы ничего не забыли? Нет, не забыла, все с собой взяла. Расплатиться. Молодой человек, я очень извиняюсь, но у меня просто денег нет. Можно я так пойду, пожалуйста? Нет, нельзя. Вы что, надо расплатиться за счет. Меня уволят, если вы не расплатитесь. А можно, можете вы оплатить, а я завтра вам принесу деньги. Я только начал работать, у меня нет денег, чтобы оплатить ваш счет. Ну, блин, у меня правда нету денег. Ну, пожалуйста, я такая голодная была. Я не могу, честно. Ну, давайте, вот вы оплатите, а я завтра в два раза больше вам принесу. Обещаю, честное слово. Вы не обманываете? Я честное слово говорю, честно, прям честно. Хорошо, но обещайте, что вы придете завтра. Я обещаю. Это будет на вашей совести. Я обещаю, я принесу. Все, хорошо. Спасибо большое. Молодой человек, подождите, пожалуйста, вас снимала камера. Посмотрите, пожалуйста. Я снимаю социальные эксперименты с хорошими, добрыми людьми. Есть у меня деньги, я вам заплачу. Я еще заплачу вам на чай 5000 рублей. Хорошо? Спасибо, спасибо. Спасибо вам, что вы такой добрый, хороший. Говорите номер.